Добрый вечер, дорогие девчонки, и вновь понедельник, и мы с вами встречаемся. Можно выключить микрофончики? Мы с вами сегодня вновь встречаемся, и я понимаю предпраздничные хлопоты, у кого-то гости могут быть, но я так рада видеть всех вас, кто сегодня забежал на наш огонек, и мы сегодня... У нас тема потрясающая просто. Мы сегодня поделимся самыми яркими результатами за 2021 год, уходящий год. Казалось бы, такой год немножечко сложноватый, да? А у нас он самый плодотворный получился. И сегодня вот прямо быстренько-быстренько поделимся своими результатами и... Первое, кому я дам слово, это Леночка Дежур. Она сегодня расскажет шикарный результат. 30 лет человек мучился с аллергией. Микрофончик, Лена, включи. Всем привет. Елена Дежур, Новочеркасск. Меня слышно? У меня есть женщина, потребитель, у нее аллергия с 30-летним стажем, у нее аллергия на амброзию в августе. И вот она в июле пила воду, пол июня до этого пила воду, и в августе она зашла на детокс, обычный, не расширенный. И у нее аллергия прошла, она стала дышать, она перестала пользоваться гормональными каплями. То есть человек счастлив, но она призналась мне в этом не сразу. Ну, люди, как всегда, у нас боятся сглазить. И мне рассказала ее дочка спустя несколько месяцев. И вот теперь Лена, ну, она довольна, ей 60 лет, человек мучился. А теперь вот все, живет, радуется, дышит и благодарит какого клуба. Ой, это шикарный результат, потому что... Просто аллергия, как люди мучаются. А на амброзию я представляю, каково. Я знаю даже девушку, которая вынуждена уезжать вообще из страны, когда начинается цветение амброзии. Но это вообще шикарный результат, и надо как можно большему количеству людей с ним поделиться этим результатом. Поздравляем, Елена. Мы передаем эстафету радостных таких сообщений о результатах клиентов дальше. И я предлагаю сейчас выступить Паниной Виктории из города Шахты. Вика нам сегодня поделится результатом, я так поняла, своих деток, которые немножечко поймали нехороший вирус, не будем называть его какой, и... Как сумели с этим справиться? Добрый всем вечер. Слышно меня? Да. Отлично. Рада всех приветствовать. Да, мы столкнулись с этим нехорошим вирусом в августе абсолютно всей семьей. То есть нас 5 человек. У меня не болел только старший сын, мои родители. И очень это было... Просто замечательно и хорошо, что я знакома с коралловым клубом, потому что сразу было принято решение бегом ехать в Ростов и приобретать много продукта. И буквально мы начали с, можно, да, скажу, там, с солодки, лецитин. Ну, там очень большой комплекс был, конечно. Было рекомендовано вот Натальей Петровой, что пить, что зачем следует, как правильно, как грамотно это все делать. Это все мы соблюдали, постоянно были на связи, чуть ли не 24/7 с Натальей, с Надей Жмак. И огромная благодарность девочкам, которые помогали нам в этом. И мы очень-очень быстренько выскочили с этой нехорошей болезни благодаря только коралловому клубу. Благодарим. Шикарный результат, потому что на самом деле мы очень боимся этой штуки,
впадаем в панику. Но самое главное, что у нас есть инструмент, уже отработанная система, которая позволяет получить, ну, как бы, хороший, именно стойкий результат на наших продуктах, чтобы иммунитет поднять, повысить и достойно выйти без осложнений, самое главное, без осложнений, выйти из этого состояния, да, которое очень часто, если не пить воду, не соблюдать какие-то моменты, да, то может привести к плачевным каким-то таким последствиям нежелательным. Благодарю, благодарю, что поделились этим результатом. Желаю вам здоровья. Так, ну а мы продолжаем дальше. И я предоставляю слово. Так. А интересно, здесь Дуванова есть? Дуванова есть. Так. Здравствуйте. Забыла ваш... Здравствуйте, представьтесь, забыла ваше слово. Имя Людмила. Меня зовут Людмила Дуванова. Всем добрый вечер. Да, результатов вообще очень много, но такие особенно запомнились, которые. Значит, в этом году, в начале сентября месяца, ко мне обратилась, в аптеку обратилась женщина, профессия адвокат у нее, значит, она 39 лет. Не слышно, да? Слышно, слышно. В общем, 39 лет. Обратилась, ей поставил профессор в Нижнем Новгороде некроз ноги. Удар был, в общем, гематома была на ноге, еще мошка укусила, и началась проблема серьезная. Вот, лекарства не помогали, как всегда, аптечные. Обратилась, значит, я ей предложила пройти программу 90 дней. Потом эта программа перелилась из 90 в 120 дней, но все-таки есть результаты. Начали, значит, с прохождения «Здоровый кишечник» программы. Пропила на месяц «Здоровый кишечник», потом пошел «Порошил плюс». Сейчас допивает Coral Detox. Человек пришел с проблемой ноги, но параллельно у нее стоял 17 лет диагноз бесплодие. Старшая дочь заканчивает школу, 11 класс. Она стояла почти 9 лет с эндометриозом в гинекологии. Ей сказали, забудьте вообще, в общем, про детей. Значит, что стало происходить? Сначала нормализовался цикл. Естественно, зажила нога, все это ушло. Вот. Потом, значит, начали папилломы на шее, одна за другой подсыхать, отваливаться. Вот. Теперь, значит, она, помимо этого всего, я говорю всем, кто начинает проходить вот эту программу нашу, да, по концепции здоровья, говорю, девочки, пожалуйста, нравится, не нравится, сфотографируют, пускай вас родственники, да, и на весы, и объемы свои замечательные меряем. Слава богу, она меня услышала. В общем... Параллельно с косметическим эффектом ушло 12 килограмм лишнего веса, папилломки ушли, наладилась работа желудочно-кишечного тракта, и, значит, ну, мы постоянно на связи, я ее спрашиваю, я говорю, ее тоже Людмила зовут, я говорю, Людмила, говорю, ну, все хорошо, она говорит, все хорошо, да вот не знаю, я говорю, а что не знаю, вот у меня, говорит, цикл нарушился. Я говорю, как нарушился? Она говорит, ну, вот не пришли вовремя, и все. Вчера, значит, я на работе, я целый день вчера работала, она с утра приходит и такими глазами винными смотрит на меня, говорит, тест продайте. Я, говорит, дома у мамы всю капусту квашеную съела. Я говорю, ну, замечательно, ну что я могу сказать. Это один результат. Еще такой результат яркий. Можно эмоции выдать? Это же вообще... Давайте похлопаем. Это вообще, я сама, честно говоря, не ожидала. Вот. И еще такой результат, значит, обратилась женщина у нас здесь в поселке. Перенесла она в январе месяце ковид, пневмонию правостороннюю. У нее не спадала температура, то есть у нее постоянно 37,8, 38, вот такая температура держалась долго. Вот. Врачи там, в общем, какие-то отклонения в здоровье в брюшной полости нашли, назначили операцию. Человек месяц назад. Прошла операцию, ей 64 года, то есть, ну, просто разрезали, посмотрели, что на самом деле, поскольку диагностика не определила ничего, да, разрезали, зашили, отправили домой. Отправили домой, через месяц приедете. И вот она, значит, кишечник не работает, аппетита нет, вес этот тает, постоянно опять температура держится. Я, естественно, про коралловый клуб всем говорю, про концепцию. Не услышали.
назначают вторую операцию. Назначают вторую операцию, и буквально вот неделю назад, значит, ее, как сказали ее дети, что ей, значит, разрезали, удалили почку, удалили часть кишечника, подозрение на онкологию. Человек 2 дня пробыл в реанимации, ее оттуда выставили, 64 года, надежды никакой, аппетита нет, плачет, все, практически со всеми прощается. Слава Богу, услышали. Приехали, взяли Coral Detox. Вы знаете, вот поистине волшебная продукция. Человек день попил вот коралловая вода, лецитин, да, аж 500 растворяла, ассимилятор высыпала в виду. Тошнота, рвота прекратилась. Начал работать с 1 дня применения программы. Начал работать кишечник, то, что неделю не работало, начало все это выходить. Она вот мне звонит и плачет вчера. Понимаете? Вот такой результат. А если бы услышали раньше? Все надеются на врачей, то, что вот они там помогут, и оперативное вмешательство все проблемы, я же заикаюсь, тороплюсь, решит. Это все не так. Надейтесь только на самих себя. И слушайте тех, кто вас пригласил сюда, и тот, кто... Людмила, очень большая благодарность за такие результаты. И очень важно, где вы работаете, да? То это есть да. Вы в аптеке, но вы помогаете людям совсем не аптечными продуктами, которые... Я, мои дорогие, увидела свой результат в том году после пневмонии, меня вообще ничего не остановит. Я, конечно, говорю всем, не все слышат, но будем надеяться, что большее число услышит об этом. Желаю вам еще больших результатов с вашими клиентами. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие мои, спасибо. И передайте девочке, у которой лялечка, что мы все очень рады за нее. Передам обязательно, она сама до сих пор, ей это все не верится, как во сне. Классно. Ну, а Светлана Меркулова, ты тоже обещала поделиться результатом. Свежий какой-то результат у тебя с юбилея. Лара, добрый день, добрый вечер всем. Я как-то не особо готовилась, но озвучу. Буквально 2 часа назад я пришла, у меня живет моя приятельница, ей 80 лет. Собрались гости, а она такая, знаете, она инвалид на костылях, и у нее чего только не болит. Нет органа, который не болит. Мало того, что плохо ходит, у нее постоянно давление, вот, и сердце, и почки, вот такие огромные кульки лежат, лекарств у нее рядом с ней. Я ей когда-то принесла еще ассимилятор. Говорю, вы его попивайте, потому что он реально снижает давление. Она где-то слышит, где-то не слышит. А так как я всегда хожу с сумочкой, у меня в сумочке всегда есть таблетница. И когда сегодня собрались ее там подружки, приехали ее племянник, приехала там другая племянница, вот. И когда мы сели, поздравили, посидели, там, поговорили, повспоминали разные истории, она сидит и, ой, как мне плохо, ой, как мне что-то как-то прям неважно. Я говорю, так, сейчас. Я достаю аж, разводим мы в воде полстаканчика, она его выпивает, все так скептически посматривают. Посидела минут 15-20, племяннику говорит: Леня, ты там налей сейчас мне грамм 20-30 коньячка, сейчас у меня тут тост созрел. Значит, она это все приговорила, сидим, разговариваем дальше. Дело перешло на чай. Она говорит, ой, что-то как-то мне прям вот, как-то, ну, где-то мы час-полтора проговорили. Я говорю, так, доставайте ваши ассимиляторы. Смотрит, а у нее давление немножко подскочило. Разводим ассимилятор, она выпивает. Проходит где-то минут 15-20, она... Видим, все, развеселилась. То есть, понимаете, как пошел процесс. Она уже живая, она уже в компанию, она уже в разговор ввязалась. Все, то есть, понимаете, как буквально за какие-то 2 часа человек, вот если бы, допустим, не было подручных вот таких вот средств, ну, можно реально вот ложиться, тут тебя поздравляют, а это все не в радость идет. И когда я уже уходила, племянник говорит, Света, что ты ей дала, слушай, я свою тетушку не узнаю. Она такая какая-то стала прям веселая, ну не может же так быстро все это вот, прямо она ожила. Я говорю, Леонид, у нас может все.
Поэтому давай свою дочь врача, которая тут запаивает, закармливает ее таблетками, лекарствами, я научу ее, что надо делать вообще в этой жизни. Поэтому это буквально свежайший, вот прям с разбега результат. Поэтому увидели две ее еще подружки, которые сидели за столом. Их это тоже заинтересовало. Одна из них сказала: так, обменяемся телефонами. Я говорю: хорошо. Поэтому вот такая была история сегодня вечером. Ну, передаю шикарно. Слово. Шикарно. Очень хороший тоже результат для тех, кто верю, не верю. Вот все вовремя приходит. Итак, мы продолжаем дальше. У кого есть еще желание рассказать, я сейчас, наверное, приглашу Елену Матвееву. У Лены тоже шикарный результат, прям бомбезный. Добрый вечер. Слышно? Да. Меня зовут Елена, мне 57 лет. Вообще-то у меня был запрос похудеть и влезть в свое любимое платье. На программу я пришла в конце месяца, ноября. Честно вам скажу, я очень сомневалась. Ну и решила, была не была, надо что-то пробовать. Очень хотелось похудеть, и меня раздражал мой большой живот. На программе Detox Plus я сбросила 3,5 килограмма. До этого вес у меня был 78,4. После Detox Plus у меня 74,9. Но самое главное, девочки, представьте, у меня так ушли объемы, это фантастика. Талия минус 12 сантиметров, представьте, за месяц 12 сантиметров. В груди минус 7 сантиметров, в бедрах минус 5 сантиметров. Всего сдулось, представляете, в объемах на 24 сантиметра. Я даже не ожидала. Я очень счастлива и довольна собой. И вот мое платье на мне. Я достигла цели. Цель одна достигнута. Браво! Ура! Поздравляем Лену. Я знаю эту всю историю, как она не могла застегнуть на спине платье, замок не сходился. И вот к Новому году платьишко на ней. Да. И я в 50 лет его одевала на юбилей. Представляете, каких я результатов достигла? Вау! Идем дальше. Спасибо, Лена, что поделилась. Так, кто следующий готов нам поделиться своими результатами? Лена Каун, готовы? Конечно, у меня их много. Просто все время думаешь, какие рассказать. Хочется что-то такое, чтобы необычно. Понятно, что и вес, и набор веса, и сброс веса, это все есть. Но хочется такие вещи, которые сам даже не ожидал. Знаете, когда я уже столько лет в компании, какие-то вот изюминки, которые меня даже, как это сказать, сполошили. Одна семья, у которых есть кошки, собаки, как бы все пьют паразитарку, но мужчина против. Он не пьет, он не хочет, он никак. И кошек, собак, естественно, всех паразитарной программы, но той, которая ветеринарии всех лечит, ну, в смысле, антипаразитарную программу делает, да, глисты гонят. Но самое интересное, наконец-то его уговаривают, и получается, что он уговаривает только что-нибудь одно. Вот что-нибудь одно, иначе я вообще пить не буду. И пьет только лист черного ореха. Ну, так как он дружен вот, там, с животными, естественно, он сам ест и собаке дает. Сам ест и собаке дает. Ну, и когда выгуливал собаку, он обнаружил, что у собаки выходят глисты. Он так был удивлен. Во-первых, они регулярно ее глистогонят, и тем более химическими, и откуда, и как это так, и начал следить за собой. И даже у себя потом обнаружил. Я про то, что это действительно работает, я не хочется называть этих людей по понятным причинам, но я сама была удивлена, что, оказывается, просто лист черного ореха может дать такой эффект. Поэтому имейте в виду, что я слышала, что Ольга Алексеевна Бутакова всегда рассказывала, даже если вы думаете, что вы стерильны, попробуйте по 4 штуки 4 раза в день и смотрите в свой горшок. Возможно, вы там что-то найдете. Тогда вам точно антипаразитарная программа нужна. Но видите, все-таки вот такой интересный результат. Потом меня еще удивил один результат. У меня сестра живет в Италии. И, в общем-то, как бы она пьет нашу продукцию, но именно
ну, не всегда, не всю. И когда она приехала в Россию, ну, буквально там, ну, сколько она там, на месяц она приезжала, естественно, коллаген с собой брать, это, ну, невыгодно по весовой категории, естественно, она не хотела. Но я ей приготовила коллаген, такая, думаю, вот коллаген обязательно, чтобы она пропила. Если так вот взять, что они, в принципе, сильно за собой не следят, потому что, знаете, как больше спортом занимаются, у них фигура идеальная, а лицо они как-то, ну, относятся, ну, там, за границей они относятся, не так, как там мы. Очень, это очень мы там... просто к этому относятся. Да, да, да. Это мы любим там кремами всеми, там накрашенные. То есть нас сразу видно, что мы русские, да? А там все, все просто. Хвостик, джинсы и вперед. Так вот, самое интересное, что, естественно, я ее здесь начала кормить. И я буквально за... ну, вот, пока она пила этот коллаген, я сильно разницу не видела, хотя сделала фотографию до и после. Есть чуть-чуть разница, но такая небольшая. И где-то через... Она уехала. Я все равно говорила, смотри, разница есть. Но через месяц после того, как она уехала, мы разговариваем по видеосвязи, и я сама даже была удивлена. Оказывается, коллаген имеет пролонгированный эффект. Девочки, даже если вы его сейчас пропили, у вас эффект, может, виден будет через месяц, через два. Там, посмотрите на себя внимательно и сделайте фотографию даже через два месяца. Потому что мы все такие пьем и через 10 дней делаем, там, через 20 дней сделаем, через месяц. А здесь именно она уже не пила, уже ничего не вообще ничего не делала. Только то, что я ее накормила, именно вот целый месяц я ее поила, кормила. И я была удивлена. Для меня вот этот вот как бы результат, который тоже меня поразил. И еще один результат, что меня тоже поразил. Когда я, помните, рассказывала, что белурон, он должен работать именно после определенных программ. И только тогда, когда там паразитарную, чтобы мы что-то там... И у меня женщина, вот она настолько, она говорит, у меня боли, у меня я спать не могу. Лена, давай я белурон. Я говорю, да вы что, вам же сначала нужно антипаразитарку, вам же нужен такой oral detox. То есть она вот все по порядку. Она говорит, не могу, я его покупаю и пью. И на третий день... Она все взяла, в смысле, у нее и Coral Detox был, и паразитарка, но белурон она начала пить сразу же. На третий день она мне звонила и благодарила. Она говорит, Лена, спасибо тебе большое, у меня перестали болеть ноги, я спала, Лен. Я сама была удивлена этому результату. То есть для меня вот те результаты, которые меня удивили, я считаю, что вот я лучше с вами и поделюсь ими. Так что вот наши продукты, видите, замечательные какие, могут удивительно сработать то, что мы даже не знали. Делюсь. Спасибо. Благодарю. Благодарю, Лена, за твои результаты. Шикарно. Ну, а мы продолжаем. И я предлагаю своими результатами, а этих результатов очень-очень много, с нами поделится Оксана Петренко. Оксаночка, ты здесь? Включи. Да, всем привет, я здесь. Спасибо большое, готова поделиться всем, что у нас есть. Я не знаю, Лара, фоточки не показывать не будете, слайды? Оксаночка, фоточки, ты руководи, Таня, процессом, ты руководи, фоточки у меня давай. В Телеграм, да, я готова показать. Давай, да. Давай, Таня, давай. Начнем. Что есть, выкладывай, буду вам рассказывать. Это результаты просто потрясли нас, из чего началась вся наша история. Потому что если бы не такие шикарные результаты, коралл бы не прошел бы с нами дальше. Мой муж Владимир Петренко, у которого был лишний вес, у него было 115 килограмм, болели ужасно колени, суставы все ныли, апатия, нет сил, сидячая работа постоянно, пытались похудеть по-разному, и диеты мы, и питание мы меняли, и больше воды мы пили, и спорт он делал, но почему-то что-то как-то у нас не шло. 2,5 месяца на детоксе, смотрите, фотография слева, после коловады, после паразитарной программы, детокс постоянно, он скинул 15 килограмм просто за 2,5 месяца, лицо изменилось, посмотрите, у него вот этих отеков уже не было, лицо такое одутловатое, опухшее, такое полное. Его люди на улице не узнавали, говорили, Вова, что ты делаешь, что с тобой, да ты так постройнел, да ты так похудел, то есть он был в восторге, живот, вот этот вот надутый живот,
который от груди, у него даже майка вон торчит, да, она даже не прилегает, у него торчал постоянно, то есть мы понимаем, проблемы с кишечником были, все почистилось, все ушло, человек занимается спортом с удовольствием теперь. Олесечка наша, уже на Олесечку, ну давайте расскажу про Олесечку. Про Вову понятно, проблемы были только с весом и коленки у него болели. Белурон наш на первом же месяце детокса помог ему сразу. До сих пор у него нет никаких проблем с коленами. Он продолжает пить его дальше. Вот, не ждали мы ни паразитарок, ничего, сразу пили белурон на детоксе. Олеся Теплякова, супер результат. Эта женщина, это подруга моей мамы. Она с 2014 года была депрессивно зависимая на антидепрессантах. Тоже отечность, опухлость, посмотрите, круглый вот этот живот, я не скажу, что прям сильно лишний вес у нее был, но вот такая какая-то дутловатость была, то есть там не шла ни лимфа у нее, постоянно сонливость, постоянная апатия, лень какая-то, нежелание ничего делать, она не хотела даже ходить на работу, через каждую там неделю у нее был больничный, потому что у нее даже сил не было на то, чтобы себя поднять, идти на работу, ходила вот такая вся немножко у нас замухрышистая, не расчесанная, как сказать, да, вот, теперь она влезла в платье в это, которое 10 лет висело у нее, она сама призналась, это платье, я в него влезла через, спустя 10 лет, хотя бы она в него не влезала. Посмотрите, талия, четко видно, что есть у человека талия. Она сразу стала женственная, каблучки стала носить. На работе коллеги заметили, что говорят коллеги, ну а Олеся как изменилась? А что с ней, а что происходит? Ходит с вымытой головой, с прической, глаз горит, у нее желание жить. Антидепрессанты, которые она пила, она их бросила. То есть наша грифония. Посмотрите на ее лицо. Посмотрите, что было, вот это кругленькое, да? И что стало? Глаза какие горящие, какая прическа у нее. Она вот такая сейчас у нас до сих пор в таком состоянии счастья какого-то находится. Смотрите, да? Бабушка и девушка. Ну, это же две разницы большие. Плюс у нее ушла проблема по-женски. Ее врач, когда посмотрел ее, она говорит, я не поняла. Говорит, если бы я тебя не знала, я бы не поверила, что ты не рожавшая. У нее была тоже эрозия шейки матки. Нет никакой эрозии шейки матки. То есть антидепрессанты у него ушли, по-женски, вес ушел лишний, вот этот, настроение совсем другое. Пожалуйста, вот Олеся ожила, это буквально все после трех этапов девочки, да, то есть 3 месяца она шла четко по нашим рекомендациям. Там не было ни коллагена, ни белурона, там все было просто детокс по минимум программе, наш детокс, грифония и магний, все, 3 этапа, все, пожалуйста. Даже по-женски мы не решали никакие проблемы. Это ее дочь. Эрика, вот справа посмотрите, девочка в шортиках, это вот это живот, пузо у нее, вся девочка в прыщах была, очень агрессивная, нежелание не учиться, нежелание ничего делать, тоже похудела, дочка у нее больше похудела, похудела на 20 килограмм приблизительно, это еще у нас, мы прошли 2, по-моему, этапа, сейчас она еще меньше весит, да, у меня нет просто свежих фотографий, но посмотрите уже какой результат, лицо у девчонки, лицо появилось, овал какой, ей, она себе нравится, девчонке 15 лет, это как раз такой возраст, когда вот этот переломный момент, и она была зажатая, агрессивная, такая вся, возраст еще, и плюс и полненькая, да, постоянно хотела есть, постоянно хотела сладкого, бесконечно просто, эти конфетки у нее просто как допинг был, теперь отказались они от сладкого, тяги нет, питаются они у нас правильно с мамой, и вот такой результат, она такая худенькая и остается, заметили другие, также начали спрашивать, в чем дело, что там вы делаете, пожалуйста, они делятся с удовольствием. То есть девчонка тоже радуется с мамой и наслаждается. Наша Настя, пожалуйста, и этот человек, который я знаю не понаслышке, не могла похудеть ни в какую. То есть что она только не делала. Они сидели на кето-диета уже несколько лет.
Она делала себе голодание, разгрузочные дни. Она была отекшая, опухшая и вот такая пухловатая. Я не сказала бы, что лишний вес был, но был какая-то вот такая опухлость опять же. Постоянная сонливость, спать хотела просто, она не могла. Она с утра встает, она хочет спать. Она в обед спать, вечером спать. Круги сине-зеленые под глазами. У нее была анемия, у нее не хватало гемоглобина, железа, и она поэтому как дохлая муха ходила. Просто, пожалуйста, три этапа наш детокс. Во-первых, ушла эта одутловатость ее, у нее энергии, сил валом. То есть все знаете Настю, да, какая она у нас. Вот эта спирулина, это просто ее настольное питание. Она ее ест по 10-15 штук в день. Она ей дает энергию, плюс белок, плюс анемию куда-то делась, все прекрасно восстановилось, похудела само все собой. Сейчас выглядит шикарно. Рада до умопомрачения, да? То есть это наша Настя. Оля, это вообще, это наша девочка, это наше все, это наша боль. Мы пришли в Кораллы, она подцепилась с нами, когда она услышала, что мы что-то пьем для здоровья. Человек любит жизнь, человек любит семью свою. Страшное онкозаболевание, сделаны операции, отнята грудь, отнятые лимфоузлы, химиотерапия. После этого гормональная терапия, которую ей назначил врач для того, чтобы убивать ее женскую репродуктивную систему, как ей сказали, из-за этого у нее эти онкопроцессы идут, из-за того, что у нее какие-то гормональные по-женски идут сбои, поэтому они сказали, мы вам убьем вашу эту систему всю, женщине на момент 38 лет, да, она еще рожать может. Ей сказали, мы вам все убьем, а потом что? А потом останется это все вырезать, потому что оно уже там еще мешать будет, понимаете? Услышав это, она идет к врачу и говорит, я поворачиваюсь, иду другим путем. Забирайте все свои гормональные шприцы, которые... У нее уже не было цикла женского, уже. У нее началось депрессивное состояние, она не спала, у нее головные боли, у нее сильно болела рука после операции. Сильно болели колени тоже, то есть разбаланс полный пошел, никакого особого лечения ей не было, кроме того, что вот гормонально убить. Она разворачивается в другую сторону и говорит, я иду с вами. Мы с большим страхом шли, и я говорила, это не лечение, мы никого не лечим. Оля, ты пойми, ответственность на тебе, если что-то, она, да, я поняла, я приняла решение, я иду. И вот как человек настроился, девочки, с такими проблемами, которые были у нее, с такими анализами, она так настроилась, это было, это просто счастье в нашей группе, она каждым моментом делилась, как она проходила антипаразитарную программу, что у нее выходило и какое-то счастье для нее было, что она теряла килограммы и что она худела. И как она себя чувствовала, шикарно и чувствует, просто она прошла программу, она у нас сейчас на клеточном питании. Она радовалась каждому дню и тому, той возможности, которую она может на свое здоровье потратить. Ее положили на курорт после этих всех метаморфоз, которые с ней делали врачи. Ей назначили курорт, как бы восстановление после химии, траливали. Но пока она ждала эту очередь, она пила с нами наши продукты. После того, как дошла очередь, вот такая она поехала, вот такая подтянутая, вот это она там делала фотографию на этом курорте, подтянутая, полная сил, улыбается, она занялась скандинавской ходьбой. Когда она приехала туда, врачи увидели ее анализы, потому что она сдавала до анализы и после уже нашего детокса. Врач долго смотрел на эти анализы и не мог поверить, что это она. Потому что он говорит, вас отправили сюда по одним показателям, но ваши анализы не соответствуют. Я не вижу, говорит, того, чего здесь написано. А там был и лишний вес у нее, и боли в руке, и мигрени. Он говорит, на нее смотрит и говорит, вы вообще еще считаете, что у вас лишний вес? Она говорит, ну нет, говорит, я уже как бы, я поменяла питание просто, да, потому что здесь же нельзя говорить, что она делала. Врач в шоке, он говорит, хорошо, мы вас будем тут дальше, ложитесь, будем вам тут процедуры, что там, траливали. Она прекрасно на этом куре лежит, пьет нашу коловаду, девочки, то есть это жить хотел человек просто. То есть она говорит, я так рада, что я уехала на этот кур,
где мне не надо готовить ничего, я коловаду буду пить. Она пьет эту коловаду, радуется там, просто до умопомрачения. Врачи, не понимая, что с ней произошло, ее там держат, хотя они говорят, мы вас вообще-то не должны держать туда, мы не понимаем, что с вами такое. То есть, по сути, диагноз снят сегодня. Организм очищен, анализы шикарные. Даже врачи не хотели ее ложить туда и дальше что-то там с ней делать, потому что они говорят, мы не видим смысла, но раз вас направили, ложитесь, будем там с вами как-то что-то делать. Сейчас ее состояние прекрасное, мы с ней на контакте, она пьет у нас питание, отлично себя чувствует, и каждому всем это рекомендует. Не бояться, браться, повернуть свою жизнь так, как хочешь ты. Вот она захотела жить, она захотела бороться, и она это сделала. И у нее получилось. Но, конечно, мы понимаем, что это нужно дальше. Она не прекращает, все время пьет. И готова идти еще говорить людям, что люди, посмотрите на меня, что со мной. Я могу даже, говорит, вам анализы мои показать. Вы поймете, что разница не только, что я похудела, а по анализам. То есть вот, вам, это для меня это реальный результат того, что продукт работает на все 350 тысяч процентов, плюс если желание человека есть, он готов горы свернуть. И она это сделала. Вот это просто мое, ну, я не знаю, счастье и радость, это Оля, и я рада, что мы вернули маму в семью, у нее двое детей, у нее муж, и что с ней хотели сотворить медицина, она не подалась, и сейчас вот такая вот прекрасная у нас есть Оля. Это просто супер, девчонки. Вот хотела бы с вами поделиться. А вот это можно даже в видео. Если пойдет, прослушайте. Ага, звук, наверное, не пойдет. Да? Очень не слышно. Плохо слышно. Ага, не слышно. Ну хорошо, посмотрите на эту девушку, я вам расскажу. Это мама. Это мама первого коралловца в нашей структуре. Девушка молодая. Около 30 лет ей, не могла забеременеть 5 лет. Первый ребенок у нее был, потом они хотели с мужем второго, она не могла забеременеть. Она ходила к врачам, она лечилась, что-то делала. 5 лет ей врачи сказали, мы помочь вам не можем. Вам поможет только искусственное оплодотворение. Потому что у вас там серьезные какие-то проблемы, ничего вам не поможет. Хотите оплодотворение или еще один способ мы можем попробовать гормонально. Она решается на этот гормональный способ, и тут слышит про коралл. А ей врачи сразу сказали, этот способ вам посадит печень, потому что это очень тяжелый способ, но, говорит, итоговый вариант, и здесь как бы 50 на 50, неизвестно, будет, не будет эффект, просто пробуйте. Она идет на это, потому что очень хотят ребенка с мужем, и тут она слышит о коралле. Она параллельно консультируется у врачей, на контроле с врачами постоянно. Она начинает наш детокс, идет по детоксу, нашла 2,5 месяца по детоксу, протянулась у нее немножко. Она идет к врачу, сдает свои анализы, врач ей говорит, я не могу понять, у вас же, говорит, кисты, то есть у нее был поликистоз яичников полностью. У вас же, говорит, кисты были, куда делись кисты? Нет кист, ни одной кисты. Она ей показывает все, что она пьет. Врач смотрит и говорит, это очень хороший состав. Пила она наш детокс и пренатал. На третий месяц, на второй, по-моему, мы ей фитамикс добавили. Все, на вот этих продуктах, она говорит, ничего нету. Она говорит, пейте дальше, я вижу результат ваш, пейте дальше, я вас буду наблюдать. Через месяц, значит, 2 месяца прошло, она решается идти на паразитарную программу с нами, она идет на паразитарную программу хорошую, не парашюльт мы ей составили отдельно. Она идет на парашюльт, ей остается там до скончания что-то недели или две, и она мне звонит и говорит, Оксана, я думала, говорит, на антипаразитарной программе и у меня все червяки исчезнут, у меня, говорит, завелся червячок, я в таком шоке, думаю, что за червячок завелся, я уже напугалась, думаю, господи, что там случилось, я говорю, что такое, она говорит, присылает фотографию 7 недель беременности. Вот, пожалуйста, девочки, реальный случай, где только искусственное оплодотворение помогло, теперь она у нас беременная, вот, ну, сейчас она с нашей водой, с нашим питанием, но оставила, конечно, паразитарки все, коловады, естественно, радуется непомерно, она говорит, я сама поверить не могу, я в шоке.
И когда, конечно, это увидели врачи, врачи однозначно тоже в шоке. Вот-вот реальные результаты, которые работают. Мы этому непомерно рады, что у нас такие, как бы сказать, метаморфозы происходят в нашей структуре. Вот чем хотела поделиться. Ну, помимо этого, наших еще сколько, но об этом другой раз. Другой раз. Я думаю, что сейчас все, как и я, глаза у всех на мокром месте, потому что это еще один коралловский ребенок у нас в команде. Ну, вообще, это все классно. Это классно, что люди выбирают здоровье и осознанно идут по этому пути. А наша задача вот, ну, просто познакомить с этой концепцией и провести человека по программам. Ой, я прям вообще вот, у меня все внутри трепещет. Спасибо, Оксана, за твои результаты. Привет Леону. Еще один тоже наш результат классный. Но об этом в следующий раз. Ну, а мы продолжаем. Итак, я видела, что Валя Куракина присоединилась. Валюша, ты здесь? Да, я здесь. Добрый вечер. Валечка, мы тебя слушаем. Добрый вечер всем. Я хочу поделиться результатом близкого мне человека. Ну, я не буду называть. Ну, значит, дело было так. Ну, дорогой мне человек заболел вот этой новомодной болезнью, которой все очень боятся заболеть, и осложнения после нее тяжелые у людей. И я подобрала максимальную программу, которую рекомендовали наши медики, вот, и привезла. И, ну, буквально, ну, было состояние было не очень хорошее, задыхалась, и температура была очень высокая, вот, но буквально за там день-два температура упала, то есть она ушла. Ну, мы продолжали пить эту программу, и через две недели она мне присылает голосовое сообщение и говорит, что Валя, у меня прошел пародонтоз, ты представляешь, у этого человека был пародонтоз больше 25 лет. У человека выпали почти все зубы, почти зубов не осталось, образовывались камни там прям внутри десен, врачи их постоянно вычищали, они говорят, мы такого никогда не видели, чтобы столько камней образовывалось внутри, у вас просто какая-то патология, никто не мог ее вылечить, как бы никакие лекарства, ничего не помогали, столько лет человек мучился, и буквально за две недели на программе противовирусной у человека стали розовые десна. И она с таким вот энтузиазмом это рассказывала, с такой радостью. Я просто, ну, была тоже очень рада. И буквально недели, через еще неделю, где-то на третью неделю, я говорю, ну, ты продолжай пей, потому что, ну, чтобы надо закрепить результат, пока не закончится, все пей. Вот. И через неделю мне, значит, говорят, что там начали выходить паразиты. Хотя это была, ну, не конкретно паразитарная программа, это была противовирусная, и начали выходить разные паразиты. Да, были там продукты, да, и чеснок, серебро, которые влияют тоже. Ну и много, конечно, щелочной нашей воды. Вот, это были тоже очень, ну, такие для меня вообще были результаты очень сильные и яркие. Потом этим же вирусом, значит, заразилась бабушка 83-летняя, моя тоже знакомая, очень хорошая, с дедушкой, они болели очень сильно, и у них нет близких родственников рядом, они далеко живут, и я их проведала, узнала, что им плохо, привезла программу, и буквально, я очень боялась за бабушку, она задыхалась, она так тяжело говорила, я говорила, бабушка, ложитесь в больницу, я говорю, боюсь за вас, у вас такой возраст, она говорит, нет, Валечка, вот, ну вот, если суждено, то суждено, нет, говорит, я, ну, буду дома, мне дома комфортнее, вот, ну, ладно, ну, рассказала, что как пить, ну, каждый день там созванивались с ними, и буквально через дня 3-4 она мне, значит, говорит, что у них появился аппетит, они не ели с дедом полторы, ну,
да, почти, ну, там, она чуть меньше, деда раньше началось, но недолго, уже почти ничего не ели. Дед лежал вообще там больше недели, ничего не ел. И она говорит, мы с дедом проснулись ночью, то, что мы хотим есть. И мы пошли на кухню, стали с ним кушать. Вот. Потом, значит, на следующий день, там через два дня, ей позвонила, говорит, что она уже наварила кастрюлю борща, нажарила сырников. То есть я поняла, что уже у них все там налаживается. И уже через полторы недели я им позвонила, и дед взял трубку, говорит, я не знаю, она, кажется, поехала там получать бесплатные лекарства, а я на дачу пошел, говорит. Вот. И, ну, вот я поняла, что, ну, это были самые яркие у меня такие результаты, я поняла, что это дело очень важное, которое мы делаем, и было очень приятно услышать такие результаты. Для меня вот это были самые яркие. Было Валюша, еще много других, но эти больше всего меня впечатлили. Благодарю, Валечка, за такие результаты. Очень рады и за твоих бабушку и дедушку. Тоже в том числе. Пусть живут долго и счастливо. Ездят на дачу тоже. Ну, а мы продолжаем. Я вижу, что Таня Борисова присоединилась. Танюша, можешь поделиться своим ярким результатом? Привет. Слушайте, да столько всего яркого. Ну, может, уже оставим на потом, знаете, до утра будем сидеть с результатами яркими. Ну, в принципе, что, чем могу поделиться? Вот из того, что ты уже, знаете, из последних результат моей свекрови, Нелли Владимировны. Но вот я вижу, она здесь. Если сама не возьмет слово, то я тогда расскажу. Нелли Владимировна, сможете, как вы там? Есть такая возможность или нет? Нет, нет такой возможности. Так расскажите просто без видео. Да, да. Таня, я тебе доверяю, пожалуйста. А без видео расскажите голосом, а я добавлю. Нет? Ну, в общем, хорошо. А, смотрите, получается, Наталья Владимировна поломала ногу у нас этим летом. И, в принципе, ну, мы буквально, наверное, ну, везли ее с собой в Киев, и буквально за три месяца, за три недели уже она на эту ногу наступала, уже подступала, уже не было никакой боли, то есть, в принципе, нога срослась, на минуточку 75 лет человеку. Вот, и с этого момента, да, то есть начался ее путь вообще, ну, возвращение в коралл, то есть, в принципе, на переломе, при переломе ноги что пили? Это вода, это флексикор, МСМ, басфелия, то есть, в принципе, не такая, чтобы сказать, что прям мега большая программа, ну, все, все точечно, даже без балурона было, и вот такое быстрое сращение перелома. И затем, знаете как, понеслась душа в рай, и, в принципе, Нелли Владимировна стала пить продукции много, как в том этом. Это в чем? Это кому? Это мне, это снова мне, это опять мне. То есть и детокс, и кардиопэк, и вот на самом деле все, не инвестируя в себя, не жалея. И получается, что мне не знаю, сколько прошло там, ну, всего-то вообще прошло, тут еще и полгода не прошло с момента, как я стала пить продукцию, но месяца, наверное, через два уже были крики, что, блин, у меня ушли вены на ногах, а на минуточку, да, то есть вены уже, диагноз стоит, ну, я не знаю, лет 30, наверное, была тромбоэмболия, да, то есть там реально жесткие тромбы на ногах, и ноги посветлели, и стало легче, и ходит, бегает, как только... Вот именно на детоксе, да, на ассимиляторе кровь разжижается, убрала вот эти вот ужасные таблетки варфарин, по типу варфарина, там еще мощнее вот этот яд, который людям дают, чтобы разжижать кровь. Ну, в общем, результаты, на мой взгляд, просто потрясающие. Давление в норме, в общем, тут тоже заболела, звонит, радостно мне звонит, Таня, у меня, наверное, ковид.
Я в шоке, думаю, боже мой, что делать? Говорю, как себя чувствовать? Прекрасно себя чувствую. То есть вот эта вот энергия, вот это вот состояние того, что я перестала просто. То есть в эту сторону у меня вообще нет страха, что что-то не так. Полный контроль своего здоровья. Еще и бизнесом занялась. Зарабатывать себе деньги на программы. Так что вот мой самый яркий результат. Мы очень рады. Благодарим. Здоровья, здоровья, здоровья. Ну и мы тогда продолжаем. У нас еще Танюша Щепилова хотела поделиться. Слушайте, я уже не знаю, чем делиться. Такие яркие результаты. Ну, наверное, из самых свежих, последних в моей семье, да, встретившись в Турции с нашим коллективом, наобнимавшись, обрадовавшись, что наконец-то офлайн мероприятие. Мы прилетели домой и тут же прямо все радостно узнали, что все случилось. Вот. Ну, поскольку знаем, что делать, есть четкий протокол, да, как быть в этой ситуации. Я за 5 дней более или менее пришла в себя, да, ушла от острого состояния. Муж, конечно, ну, чмок это при встрече, тоже заразился, ну, 3 дня, и он тоже был в форме. Причем самое интересное, что мы заметили, когда уже он выписался и где-то хватанул простой вирусняк, вот ОРВИ, оно гораздо тяжелее проходило, чем там, потому что расслабились, да, вроде поправился, все, тест отрицательный, все хорошо. Вот, ну и этот вирус у него тоже 3 дня был, потому что знаем, что делать, да, но вот тем не менее проходил более тяжело. То есть это вообще очень такое радостное. Вот, но хочу немножко уйти в другую сторону, да, потому что сейчас Новый год, мы все прекрасно знаем, что девочки готовятся, да, мальчики тоже, но девочки особенно, мы же хотим выглядеть красиво, и вот я за 5 лет в Корале я получила результаты, которые, знаете, вот ты и так был в форме, а тут стал еще в более лучшей форме, и тот результат, который у меня закрепляется с каждым годом лучше и лучше, Таня Борисова знает, первое, с чего я пришла туда, это укрепить ноготочки, боже, я делаю маникюр, для меня это просто счастье великое, потому что не могла себе позволить, я еще на пианино играла все время, и так ногти короткие, а тут еще и слоились, все, то есть, как мне сказали, что периферия восстанавливается в последнюю очередь, вот так и произошло. Дальше, следующее визуальное средство того, как мы выглядим, это наши волосы, да, это проявление того, значит, тоже нашей внешней красоты. Опять же, да, то, что мне 57, у меня волосы до пояса, мне всех людей это вводит в шок, что я делаю. Значит, помимо, ну, то, что я пью бесконечно много продукта, которое влияет на красоту, это однозначно. Это сера, белурон, коллаген, детокс бесконечно, да, то есть 5 лет вот без перерыва. Это наша вода, которая наполняет влагой наши волосы, да. Но тем, кто хочет быстренько, прямо за 5 дней оставшихся, привести волосы в порядок, слушайте, рекомендую маску скоростную для волос, которая решает очень быстро вот этот именно процесс. Смотрите, идем в аптеку и покупаем по 5 мл витамины А, Е, Д, вот эти жиденькие, не в капсулах, а жиденькие. Берем репейное касторовое масло. Берем маленький стаканчик такой мерный, да, на 5 мл, и по 5 мл вот этих всех 5 жидкостей витаминно-масляных наливаем, ну, в один сосудик. Приходим в баню, либо кто не ходит в баню, как я, ложится в ванну, да, намазываем волосы, пока мы еще их не помыли, вот этим всем составом, одеваем шапочку и позволяем себе минут 30 просто расслабиться. После этого, как обычно, моем голову, бальзамчики, тем более у нас сейчас есть, чем это сделать, да, у нас вышли, слава богу, доступны во всех странах бессульфатные шампуни, которые, ну, реально делают волосы живыми. И, соответственно, после такой маски, да, шампунь с бальзамом, слушайте, вы будете неотразимы под елочкой, никакая Снегурочка с вами не сравнится. Вот мой экспресс, такой вот материал. Танюш, благодарю. Ну, прям вот на этой ноте хочется закончить. Слушай, Марис, подожди, такая. Я хочу тоже рецепт один сказать. Я хотела, обещала рассказать.
Давай. Буквально, раз на красоту перешли, да, потому что все-таки реально все равно Новый год. Ну, во-первых, я не могу не похвастаться. Я не знаю, что есть сейчас в продаже у кого. Но если у вас есть, и вы еще не купили себе подарочек, ну, Белорун-то само собой, коллаген само собой, без этого ну никак, уже просто уважающая себя девушка из нашей команды, я не знаю, как быть. Но если вдруг, то вот эти вот, девочки, моя серия кремов, которая у нас есть, вот это вот просто привилегия, это мое превосходство называется, мой возраст, мое превосходство. Когда меня молочница этим летом смотрит на меня, что так пристально смотрит, Татьяна, ну расскажи, почему у вас нет ни одной морщины? Я, блин, думаю, ну ё-моё, ну что ж такое, ничем не огорчить женщину. Вот, то есть я понимаю, что, конечно же, все вовнутрь, но снаружи тоже хочется вкусняшей. Это все на основе конга, ой, кофе конга, это так вкусно пахнет. А масочки, вы знаете, вот просто маску наносишь, скраб такой, оно так печет, так прям не то, что печет, начинает прям там работать, ты прям чувствуешь, горячее становится, как будто клетки так вот, и потом смываешь, просто у тебя лицо такое, как ты из дорогущего салона вышла. Так что, девочки, рекомендую. Что есть на полках, сметайте все, неважно в каком сочетании, расскажу, как все сочетать. Вот. А для тех, кто не успеет дойти, делюсь тоже бюджетной маской. Это можно вместе делать. Смотрите, берете дрожжи, обычные дрожжи, мокрые которые. Ну, сколько там, грамм 30, может, возьмете. Смотря у кого какая площадь, куда наносить. Лариса смеется, может, кому-то и побольше. Так, берете этот ингредиент. И второй ингредиент – это перекись водорода. Обычная перекись, которая шипит. Все, берете пиалочку стеклянную и вот то есть в эти дрожжи доливаете вот эту перекись. Сделайте такую, как сметанку такую, полугустую, да, не сильно жидкую, не сильно густую. И вот этой смесью, кисточкой, ну или чем там хотите, намусольте, вот это вот наносите на лицо и, естественно, там на грудь, вот, и ложитесь, не надо время засекать, не надо ничего, ставите в это время или медитацию, и либо музычку какую-то, либо просто в тишине, и просто вы почувствуете, когда оно уже пора, оно начнет как бы осыпаться, как бы прям почувствуете, и все, начало осыпаться, идете, просто смыли, девочки, вы звезда вообще экрана. Делайте, это вообще 3 копейки стоит, вот. Ну, а потом, если еще прививочку нанесете, сверху будете вообще красотки. Ой, благодарю. Ой, да что я люблю наши с вами девичники, девочки. Как приятно. Хоть у меня уже первый час ночи, я готова с вами долго общаться. Ну что, наверное, будем заканчивать наше сегодняшнее общение, потому что на самом деле уже столько результатов, эмоций, столько прям вот все переполнилось. Ну и я думаю, что сейчас вот эти самые новогодние вкусные рецепты, чтобы они у нас не ушли из нашей головы, быстренько сейчас записать нужно. Поэтому до новых встреч, до следующих, уже в новом году мы с вами встретимся на нашем девичнике. И все будет у нас хорошо, хорошего вам праздничка провести в кругу семьи, в кругу знакомых, друзей, любимых. И будьте здоровы и счастливы. А завтра, кстати, у нас тоже такой девичник, чуть-чуть побольше, ЗОЖ-вечеринка для тех, кто хочет знать, как наесться оливье и не умереть при этом, и 100 килограмм не набрать. Так что, если кто хочет такие варианты экстремальные, то тоже заходите завтра на огонек.